Вадим, уже приступаем к работе. Чего нервы? Чего нервничаем? Меня же опять, но я же попросила. Я скажу, что вы хотите. Сейчас уже сажусь и будем. Куда сейчас поворачивать? Хорошо. Хорошо. Не переживайте, все сделаем. Чего нервничать? Почему? Ночь впереди. Выборы идут. Уже не боишься, Мила? Нормально. Классно, да? Да, тут вообще романтика. А представь, летом, когда жара в кабине, ты поднимаешься наверх, солнышко светит, ложишься и загораешь. Я тоже так такое делаю. Это у нас такие приборы. Пускатели. Вот это вот идут. Короче, все, что связано с Вира, Майна, поворот, каретка, все здесь. Так, это у нас все. Задняя часть, это баланс. Не ложись. Раньше эта работа считалась женская. Сейчас как бы больше и мужчин уже работает. Ну, мне моя работа очень нравится. Не знаю, есть другие специальности, но я люблю свою работу. Нравится высота наверху и дышать легче. Ну, не знаю, сколько это у меня будет, но в данный момент я люблю. Я выбрала свою специальность еще в 8 классе. Когда мне было всего 14 лет, 15, вот, я выбрала эту специальность. Стрела у меня 60 метров. Мы строим жилой дом 105-квартирный. Уже заканчиваем. Как бы сейчас у нас уже крыша. Сегодня последний день. Вид нормальный. Красота какая, видите, да? Вот это дом, он Артема 52. Это 12 лет назад я его достроила. А живу я вот в этом общежитии, на 5-м этаже, временно. Значит, в кабине что у нас находится? Контроллеры. Вот это вот у нас идет Майна Вира. Вот это у нас аварийный, линейный сигнал. Вот. С этой стороны у нас второй контроллер. Это у нас каретка и поворот. Здесь печка и дворнички включаются. Это концевичок. Отключается кнопочка. Это тормоз. Вот это у нас идет компьютер, который указывает вылет стрелы. Сколько нам нужно проехать, это указывает на свой стрелы. Вот это вот у нас рация, по которой мы держим связь с нашими стропочками. Вадим, выйди на связь. Вадим, как слышишь? Я на связи. Давайте, Петровна, поворачивайте сюда, где мы брали той. Давайте, Петровна, натяжечку. У нас у каждого крановщика разные разряды. Вот у нас самый минимальный разряд, это 4-й, самый высокий, это 6-й. А у вас какие разряды? 6-й. Ну, как бы не сложно сидеть и переключать, но работа ответственная. Проходим медосмотры, проходим психолога, нарколога. Потому что есть же такие, которые употребляют алкоголь, ладно, наркотики. Это не сказал, две баньки высыпем. Да, и ну, больных много. Нужно смотреть, чтобы человек был здоров. С давлением здесь работать никто не будет. Этот, сердце, зрение очень такое посаженное, тоже запрещается.
Майна это идет у нас груз низ. Это такие команды, которые знают строители, крановщики, стропальщики. Ну, мало кто знает, говорит, давайте донизу, доверху. Но эта команда неправильна. Есть команда Майна, есть команда Віра. Віра это вверх, Майна это вниз. Віра. Віра. Давайте повну Віру потом. Вадим, а ну скажи, пожалуйста, а сколько стоит квадратный метр в этом доме? 50 тысяч гривен. 50 тысяч гривен, да? И все продано. Ну да, уже само вообще и мелочи уже осталось. Грубо говоря, уже все. 5 перших этажей уже забрали 500 офиса, и они уже все проданы. И в рабочей квартире тоже все проданы. О, хватает, вот видите. Так что дом здесь хороший. Хотя рассказывают, что это он построен еще раньше, когда-то кладбище какое-то было. Как мне говорила одна наша комендантша, вот как так жить вот на таком месте. Я говорю, ну так это когда-то было, а сколько любови, сколько труда здесь вложено в этот дом. Так что я думаю, здесь жить будет очень здорово, и люди будут жить и наслаждаться своим жильем. Сейчас я им скажу, почему они без каски. Наши ребята. Так, ребята, почему без касок? А ну каски оденьте. Каска где ваш? Видите, какие у нас? Снимают. А без касок работать нельзя. Нарушение техники безопасности. Давайте, Вера, Вера Петровна. Давайте, полная Вера, сейчас я поднялись на 16. Раньше мы работали, но это, конечно, при Союзе было, 8-часовой рабочий день. У нас 2 выходных было, суббота, воскресенье. И мы так, ну как, и платили нормально, у нас были ночные, у нас за высоту платили, у нас давали отпуска. Сейчас ничего такого нет. Вот в декабре месяце организовали крановщики свою профспилку. Я очень рада. И у нас, конечно, сейчас там не очень много, но хотелось бы, чтобы вступали в наш профсоюз. И это защита для нас. Потому что каждая фирма хочет обмануть крановщика, не доплатить, вот, или в случае несчастного случая тоже там сказать, что где-то он упал, не знаем где, незащищенный одним словом. А профсоюзы, они как бы уже знают законы, там юристы есть и свои, знают и охрана працы тоже там присутствует, которая может рассказать, подсказать, защитить крановщика. Ну, нас народ не верит сейчас. Все боятся, не хотят. Но я думаю, что скоро придут все сюда и будут все в профсоюзе. Мне все интересно, везде хочется узнать что-то, увидеть, услышать. И вот учиться тоже мне интересно, я хотела пойти на охрану труда, это вообще красота, думаю. Тут порядки строить этих прорабов на место. Раз, и показала, вот, не положено. То, что говорю, еще не понимают. Это надо еще показать удостоверение и сказать, вот, вы учились где-то, не учились, а что нельзя этого делать. О, тогда, может, будет доходить до них. Ну всех, и про тебя кипу посадили. Тут мне про охрану, да, закон Украины предлагает. Не реже, чем 3 месяца. Раз в 3 месяца. Молодец, а вот здесь, не знаю, что я боюсь, видите, я руки холодные. Да, руки прям холодные. Расстроилась, и все. Все хорошо. Пазлик надо еще сложить. Все. Успешно сдали все экзамены. И в ходе проверки ваших знаний все
Всі без винятку виявили задовільні знання і по результатам перевірки знань оце документальне підтвердження того, що ви пройшли навчання і перевірку знань і маєте право по нашій 41 статті і всім іншим здійснювати грабацький контроль і приймати участь у будь-яких комісіях, вирішенні питань і таке інше, представляти інтереси ваших представників, членів профспілок. Спасибо большое. Вот классно, да? Хорошо. Уже здесь еще, да? Закончили. Первая выступает, да? Что ж там? Первая. Снежана? Да. Готова первая выступать? Давай. Все. Скинем, я все-таки думаю, давайте вот это там видео, например, почему бы и нет. Ну да, интересно, ну, посмотрят, тоже услышат, а еще посмотрят. Это наши занятия. Значит, начнем мы с этого. Это вот восставали нас ребята, отстаивали расценки. И с проспелкой. Можно это забросить туда. Они, наверное. Хорошо, можно. Давайте. Говорит вот, по задолженности зарплате, и вот проспилка помогла, и они отстояли свои. Вот, хорошая, да, история, как пример того, что, в принципе, это все не бессмысленно, что это да. Добиваться своих прав можно. Это последний снег, да? Это Киев. У нас погодка сегодня снежная, но в работе она нам не побегла. Так что я желаю вам позитивно. Хороших денечек. Побольше улыбок. Так много крановщиц, вот как минимум в Киеве, да, на киевских стройках, это женщины. Это половина. И как бы какое все-таки, вот вы говорили, что на стройках все-таки люди разные есть, да. Какое отношение, как бы нет ли, ну как бы нет ли какого-то пренебрежения, я не знаю. Не знаю, меня ценят. Даже называют богиня. Раньше была в молодости принцесса, королева, но сейчас я богиня. Так что... Профессиональный рост, ну, да. Все-таки у меня уже опыта около 30 лет стажа. Так что я работу знаю четко свою, я ихнюю работу знаю, я им рассказываю, как нужно цеплять, куда нужно переместить, как слаживать, потому что это у меня перед глазами, и мне лучше видать. И ни одна бригада у меня была под краном, и ни одна организация. Вот, так что мне даже не надо уже ихний начальник, вот это он, ну, если кишу не поднимается наверх, ни бригадир, ни мастер, ни прораб не поднимается наверх. Я сижу и командую, давай вот это, тот щит собираем, вот эта стеночка сюда, вот это туда. Сразу бывает, если новые, они не слушают по-своему, а потом увидели, о, да, Галина Петровна, вы правы, ну так вот надо. Вы извините, может, не так говорила, потому что первый раз без подготовки и как бы сказать... Так вы себя хоть бы засняли. На себя посмотрели, где вы были. Мамке отправьте. Мама скажет, ой, шо, доча, чего туда полезла? А як бы упала. Ну. Я с сыном вдвоем живем.
И помощи нету, и не было ниоткуда. Бабушек, дедушек не стало. А мы, чтобы сын еще в школу ходил, мне приходилось работать очень много. Да и сейчас работаю, потому что жилья своего как бы до сих пор не заработала. Очередь стоит, как говорится, сапожник без сапог. И мы ждем свое жилье. Это еще 86 или 7 год я стала на очередь. Это до сих пор жду. Сыну уже 25 лет, а еще сына не было. Покойный муж ездил в Чернобыль в 87 году. Возил рабочих на автобусе до самого реактора. Вот тоже льготы у него были, тоже он остался на очереди. И в прошлом году он умер, очередь осталась. Здесь не заработаешь. Здесь только так покушать, одеться и заплатить за квартиру. Все. Вот это наши заработки. Рабочий день 12 часов сейчас. Вот я лично работаю больше, потому что мне надо работать. Если я буду меньше работать, нет смысла здесь быть. Чтобы все заплатить, это приезжать просто только поработать, оплатить все и сидеть без денег. Приходится работать больше. 70 гривен в час. Что такое 70 гривен в час? Это совсем мало. Когда-то Украина была самая богатая страна. Я никогда не думала, что я вырасту и будем вот так вот жить. Давайте креточку на виконку, де до мусора Петровна, я ще туди спущусь. Повернусь туди, де живеш, туди. І я залишу свій рідний дім. Скажу, так треба дружам всім своїм. Доброе утро! Аліна Петровна на роботі. Іду на роботу. Всім хорошого дня. І повернуся знов туди. Поберегіть себе. Я вас люблю. Пока-пока. Ой, мамочки, дым, шики, дым. Ой, мамочки, дым, шики, дым.